А городские депутаты сегодня разбирали бюджет Тюмени на следующий год. В Гордуме прошла комиссия по рассмотрению в первом чтении главного документа. Ожидаемый размер доходов казны почти 20 миллиардов 300 миллионов рублей. Расходы прогнозируют в сумме практически равной. Правда, образуется 200 миллионов дефицита. Это совершенно не критично, потому что бюджет хорошо сбалансирован. Мы сегодня рассматривали основные параметры бюджета, то, что относится к компетенции первого чтения. Все, что касается деталей, это через неделю. Через неделю во втором чтении. И, безусловно, тогда уже будут вопросы, касаемые более частных тем. Добавим, что бюджет верстают, опираясь на послание президента России, губернатора области, а также на социально-экономический прогноз развития. Исходя из последнего, в следующем году население Тюмени превысит 740 тысяч человек. В эксплуатацию ведут почти 900 тысяч квадратов жилья. Объем инвестиций в основной капитал составит практически 70 миллиардов рублей.